Привет, дорогие друзья, вы на канале Мелагим. Ребята, у нас есть новый спойлер, который Дженни опубликовала в ТикТок. На нем видно новое обновление. Давайте его посмотрим, а потом разберем, что же там видно про новое обновление. Новый мир. Сейчас время суток ночь. Очень темное небо и вот такие, как будто бы звездопад. Видите на небе? Дженни стоит сейчас, где озеро. Озера не будет, будет площадка. Мы видели секретную коробочку, ребята. Много всего интересненького на этом спойлере. Так что нужно его рассматривать поподробнее. Маяк превратится в темно, такой темно-фиолетово-синий. На нем будут узор такой же, как на броне админа. Вокруг какие-то кольца и сверху дисплей. На дисплее, скорее всего, будет показываться процесс выполнения заданий и насколько мы продвигаемся в этом событии. Над дисплеем изображен мотоцикл. Слева, мне кажется, что это доска. Может быть, это доска, но точно я не знаю, ребята. Внизу есть портал. Куда ведет этот портал? Я думаю, что навряд ли он ведет на маяк. Зачем он там нужен, ребята? Возможно, у нас появится новый остров, и мы будем туда попадать с помощью этого портала. Сейчас мы посмотрим на наш город, есть ли там портал. Если так, то возможно, что мы будем попадать через портал на наш город. Но, может быть, и появится новый остров. Кстати, ребят, смотрите, рамки пропали, через которые мы переходили. Над мостиками наши рамки, их было три, потому что три мостика стало. Их нету здесь, они полностью пропали. Но мостик вроде бы остался, ребята. Здесь мы видим секретную коробочку. Она располагается очень странно, ребят. И вот какие-то непонятные голубые лучи, ребята. Что это за лучи? Куда они будут вести? Может быть, мы будем вставать на эти лучи и куда-то телепортироваться? Вполне возможно. Вот здесь видно, что на пальме что-то необычненькое, такое темно-фиолетово-синее располагается, ребята. Очень много загадок в этом обновлении, ну ладно, смотрим дальше. Озеро точно, ребята, не будет, смотрите, заместо него вот такая интересная площадочка. Возле сцены у нас будет стоять дом админа. Я думаю, что он будет продаваться в этом обновлении, и можно будет зайти в него погулять, а может быть там тоже будет что-то интересненькое. Дальше. Искусственный интеллект у нас превратится в дерево. И оно будет расти по мере того, как мы будем выполнять задания. Дальше смотрим. Вот, смотрите, здесь, ребята, будут продаваться новые костюмы и броньки возле школы. И, конечно же, новые мотоциклы и транспортные средства появятся. И рядом с ними стоит, ребята, дредбой. Возможно, что появятся новые какие-то движения. Но еще и робот стоит рядом, ребята. Интересно, где же у нас будет трасса? И вот, ребят, самое интересное, новый магазинчик, в котором будет продаваться много нового и интересного. Что-то очень такое большое, разноцветное. Мне кажется, что это изображены новые обои. Такие ярко насыщенно фиолетовые. А может быть и нет. Может быть, это какая-то необычная мебель. Но очень много разной мебели появится и разных предметов для интерьера. Меня, ребята, это очень-очень радует. Так что в магазинчике будем с вами покупать новиночки. Здесь у нас останется магазин Ариэль с транспортными средствами. То есть они останутся, ребят, смотрите, все моноциклы на месте, так что не переживайте, вы сможете купить еще себе транспортное средство. Дальше вспышка, и после этой вспышки Дженни танцует опять напротив маяка, ребята. Напротив маяка, и мы видим этот загадочный портал, куда же, ребята, он ведет. Ну, может быть, конечно, он просто ведет в маяк, но зачем тогда делать портал, если можно просто оставить дверь в маяк? Я все-таки надеюсь на то, что у нас появится еще один остров, и мы будем туда попадать с помощью этого портала. Было бы, конечно, очень-очень интересно. Дженни танцует, она на ракете прилетела, у нее тут дерево на заднем фоне, она одна на острове, ребята. Появится очень много нового. Появится новая мебель, новые транспортные средства, ну и, конечно же, три этапа. Будет три этапа в этом событии, и эти этапы будут отображаться на экранах на маяке. Обычно у нас обновление выходит либо в пятницу, либо в субботу, поэтому вполне возможно, что сегодня вечером в пятницу выйдет обновление. Будем, ребята, его ожидать. Всем спасибо за просмотр, всем классного настроения и встретимся совсем скоро на канале Мелагим. И всем пока-пока!